Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в игру Ratchet & Clank. Куда мы направимся? В туманности G34 остались неисследованные сектора. Для проникновения понадобится современное оборудование. За ним нужно заехать на Ригар. Ну что, может, испытаем твой новый скейт? Конечно, испытаем, ребята. Мы получили скейт и будем сейчас его испытывать на гонках. Летим в Ригар. Там уже куча народу собралось для того, чтобы поучаствовать в этих эпичных гонках. Внимание, жители Blackwater City! Как вы могли заметить, у нас случилось небольшое нашествие амибоидов. Наша служба безопасности прилагает все силы, чтобы избавить город от этих существ. Но сначала ребятам нужно проснуться, умыться, почистить зубы, приехать сюда. В общем, это процесс не быстрый. Так что гонка откладывается до их прибытия. Пожалуйста, не выходите пока из дома. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой, а что такое? Сейчас мы справимся, подожди. Опробовать мой новый скейт. Сейчас попробуем, все попробуем. Протонный барабан очень круто всех бьет, просто вот вообще штука неимоверная. Ну, активируйся. Куда ты улетел? Не надо было так лететь. А, я могу выпрыгнуть еще. Все нормально, я думал, утонул. Кто квакает? Ну-ка, откройте дверь. Так здесь война идет, смотри какая-то. Ох ты! Вот это хорошо, протонный мой этот барабанчик там пригодится. Новая карточка. Давай заценим, что за карточка. Посмотрим. Две карточки дали. Кайфотрон. Что за кайфотрон? Ладно. Собираем все болты. Так, ребята, ловите. Ловитель вам протонный барабан. Смотри, как он бьет их сильно. Вот и мост. Ой, вам, ребятки, достанется от меня. Наконец сбываются все мечты. Лучший мой протонный барабан — это вот этот самый протонный барабан. Запрыгиваем, запрыгиваем. Так, кто здесь еще крякает или квакает? Ребята, держите протончик, барабанчик. А мне надо еще Зуркона призвать. Пускай тоже стреляет, развивается потихонечку. И вам протонный барабан. Ох, как близко они подошли. Патронов нету, протонов, не, протонов нету и патронов нету. На, держи. Тогда гранату держите. Сейчас Зуркон постреляет по нему. Все, что ли? Ну-ка, огнебластер в ход пошел. Вот так-то. Нечего было на меня нарываться. Активируем. Отбегаем. И, конечно же, все соберем. Заберем, соберем. И дальше пойдем. Есть вариант вот сюда еще сходить. Это хороший, кстати, вариант, потому что здесь и аптечка есть. И здесь еще что-то лежит. Мы сейчас узнаем, что. Так. Все собрали. Пригодится. Пополняем свой боевой арсенал. И двигаем дальше. А
А как ворота открыть? И куда вообще идти? Я думал, сюда надо, оказывается, и сюда-то и не пройти. Значит, вот на ту платформу как-то надо попасть было, всего лишь увидеть надо было, что он там зеленая штука висит. Попрыгали. Стоп, стоп, чуть вниз не улетел. Внимание, жители Blackwater City. Вместо команды службы безопасности мы выпустили в город целую кучу роботов-терминаторов. И еще несколько автоматизированных танков, чтобы дело шло побыстрее. Управляющий ими компьютер не различает местных жителей и пришельцев, так что лучше не выходите из дома. Кучу роботов-терминаторов они там выпустили. Ладно. Ай-яй-яй, почему так? Почему он не зацепился? А как? А куда мне идти? А как мне пропрыгать? А что же делать? Пиранья, на меня пиранья напала, прикинь, здоровая. Приз получен, не мое дело. Так, а что я не так сделал-то, а? Может быть, надо было где-то зацепиться? Или просто как-то пропрыгать нормально надо было, вот. А ты что тут ходишь, одинокий, а? На тебе с огнебластера. Нет, он не один оказался здесь. Их тут много. Они все хотят ко мне подойти поближе. Но я их близко-то не подпущу, у меня огнебластер есть. Все, ребята. А, все что ли, он закончился, огнебластер, да? Тогда нате вам протонный барабан, все, чтобы вам жизнь малиной не казалась. На, еще один. Вот и огнебластер снова подоспел. Плохо. Протонного барабана больше нету. Зуркона давай запускаем еще. Болты пригодятся. Не знаю, будем ли мы еще что-то покупать. Наверное, будем. Вот еще три вида оружия у нас не активировано. Стоп, вопрос. Я вон ту кнопку для чего нажал-то? Вон ту кнопку наверху. Что произошло? Что включилось? А, вот же можно цепляться. А что? Почему что-то до этого не так шло? Кайфотрон, вот она, карточка же открыта была, поэтому его и мне и дали. Эта пушка выпускает заряд энергии. Пикселизатор, ничего себе. Отправляющий врагов в прошлое, в те времена, когда разрешение экрана было гораздо ниже. Слушай, ну мы ее разовьем потом, купим. Только надо много болтов, много-много болтов. Зуркон. Давай-ка Зуркона улучшим. Дадим ему больше времени, чтобы подсчет выстрелов. У каждого еще больше боеприпасов становится. Дополнительные болты выпадают. Вот это супер. Скорострельность. Ну давай разовьем. Что мы разовьем? Давай подсчет выстрелов, наверное. И дополнительно болты мы не разовьем уже. Все. Ну и все, надо вниз спускаться туда, к ним идти просто. Вон к тем ребятам, которые пытаются здесь что-то сделать. Доступна новая карточка, ребята, сейчас посмотрим, что это за карточка. Плюмбер. Пускай будет Плюмбер. Нам надо, кстати, много болтов. На одну пушку там надо 8000, на другую 15. А у меня пока сейчас... Ну, будет много. Будет много сейчас болтов, потому что вон сколько их валяется. Класс, патроны. Давай огнебластером попробуем. Ну, его тоже маленько осталось. Все, огнебластер закончился. Давай Зуркона еще разочек выпустим. Так, и воспламенитель. Пора бы и воспламенитель подкачать. Ох ты, какой выскочил. Так это танк получается. Аккуратно.
Зуркон стреляй, зато он по мне сейчас шарахнет, так что мало не покажется. А как же он? Надо как-то увернуться от него. Все получилось. Идем, собираем нашу добычу. А, здорово, ребятки. Все, и здесь патроны закончились. Ну давай, у меня есть огнебластера немножко еще. А нам туда... Подожди, я не все там собрал наверху. Верните меня... Верните меня наверх. Вот, когда я скажу, меня отвезите вниз, значит, отвезете вниз. А пока что мне надо здесь пройтись. Подготовиться спокойненько, забрать все, что нужно. Болтов-то надо насобирать. Круто. Еще куда-то можно пропрыгать, смотри. Но мы сейчас туда сходим. А потом пойдем вниз спустимся. Правильная ли последовательность? Идти надо сюда сначала. Так, как так-то, а? Во. Наверх, 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 цепляйся. И куда? Здесь просто куча ящиков было. Куча ящиков и больше ничего. Но, может быть, можно еще куда-то там выше допрыгнуть. Давай еще раз попробуем прыгнуть. Да куда ты? Развернись назад. Вон туда. К той надо. Да не на ту штуку цепляешься. Вон наверху она. Нет, выше он не хочет. Ладно, побежали. Вот теперь можно спуститься вниз. Давай-ка исследуем эту пещеру. Что у нас есть? Протонный барабан. Это очень хорошо. Предлагаю сразу им туда его швырнуть. Отлично. Все замечательно. Что активирует эта кнопка? А, она открыла. Так, протонного больше нету. Давай, значит, гранату берем. Зуркона запускаем обязательно. Ух ты, ребята, сколько вас много, а? Ну, давай, например, огнебластер. И надо не забывать все собирать здесь, потому что очень много нападало. Вот это зря, я, конечно, так ударом выбил ее. Ну ладно, хотя бы есть аптечка вот тут. Забираем аптечку и идем дальше. И следуем дальше подземелье, ребята, идем. Похоже, еще ниже поедем, да? Нет, на этот раз наверх. Че тебе скучно? Зуркону скучно. Как так ему скучно? Сейчас... Сейчас тебе не, будет не соскучиться здесь. Открываю. Ой-ой-ой, ребята, сейчас будет вообще не скучно. Потому что нас подготавливают. Дали протонный барабан. О, ребята, здорово. Правда, не очень бы хотелось на этих мелких тратить протонный барабан. Но я уже это сделал. Так, аптечку пока не буду собирать. Ты один, что ли, тут стоишь? На тогда, держи. Где Зуркон? Где он там? Истин Зуркон несет вам смерть.
Какая камера следующая открывается? Найти вам протонный барабанчик, ребята. Очень крутой. Всех разносит. И помогает нам проходить. Так, что с этими делать? Протонного барабана уже нету. Есть, есть, оказывается. Опачки. Вот это классно. Все, вот теперь точно закончились патрончики. Зуркон стреляет, нет? Или он опять пропал? Ну-ка опять выходи. Ну-ка выходи. Сколько вас много тут зеленых этих черепах? Или кто это такие вообще, какие-то монстры? Зуркон отстреливается. Все, закончилось почти все. Протонный барабан, однако, есть. Очень крутая штука. Очень прям не перестаю удивляться ей. Сейчас откроем и вам покажем, ребята, кто здесь главный. Открывай, лови протонный барабан. Новый уровень. Протонный барабан, уровень 3. Плюс 34% к силе, к урону. Все, он еще стал мощнее. Даже вот таких здоровенных будет прибивать с одного удара почти. Так, стоп, ну давай еще чем-нибудь. Давай огнеметом, что ли. Огнебластер. Да. Че вы прячетесь от него? Ну-ка, протонный барабан берем и открываем. Впереди танк. Все, ребята, запускаем ему туда. Еще есть? Еще есть протонный барабан. Сейчас будем стрелять. Ну, подходи сюда. Держи. Где Зуркон? Поехали. Давай еще гранатами будем закидывать. Новый уровень Зуркона. Плюс 25%. Молодец. Сейчас будет всех бить. Так, в этот момент. В этот момент протонный барабан на выход. Еще смотри, танк едет. Давай всем расставляем протонные барабаны. А, подожди, а что протонный барабан, когда один ставишь, второй ставишь, он это первый убирает, что ли, получается? Да зря я их раскидываю так. Надо один раз ставить, и пусть он бьет. Все, я понял, теперь больше так не будем делать. Где Зуркон? Куда ты делся? Протонный барабан улетел туда. Вот. Смотри, у него радиус какой большой стал. Бьет неимоверно. Мы это узнаем, гонку возобновят или нет. Но сначала все соберем. Мне кажется, я где-то вот здесь не открыл, ребят. Смотри, камера закрыта. Нажимай. Во! Держите. Сейчас еще откроем. Все сюда подходите. Специально для вас протонный барабан. Самый лучший. Мега крутой, мега улучшенный. Давай помимо этого еще пройдемся огнебластером. Вот и все. Как, подожди, а почему вот это не открыто? Почему вот это не открыто? Как туда попасть? Что пошло не так? Я вроде все кнопки нажал. Либо это с другой стороны дверь открывается. Там болт золотой лежит. Как туда попасть? Я хочу туда попасть. Но нет, 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 верните меня обратно. Вниз мне точно не надо. Я туда не попаду снизу. Наверх поехали. Протонный барабанчик. Ну-ка, а если стрельнуть получится через решетку, через эту, нет? Через сетку. Я хочу туда попасть, ребята. Через какую дверь? Пустите меня.
Как туда запрыгнуть? Там золотой болт лежит. Может быть, здесь где-то есть какая-то дверца секретная. Там вроде все уже прошел. Давай попробуем здесь походить. Может, еще какая кнопочка появится. Ну уж очень хочется забрать золотой болт. Так, я уже накопил почти 11 тысяч болтов. Можно будет купить новое оружие. Хорошие новости. Город очищен от амибоидов. И благодарить за это стоит двух граждан. Рэтчета и Кланка. Гонка продолжится, так что никуда не уходите. Отлично. Сейчас мы поучаствуем в гонке. Опа, очки. Опасно. Вот это зря. Нужна аптечка. Понадобилась вдруг неожиданно аптечка. Привет, я Старлин. Ты пришел на гонку? В точку. Энтузиазм? Это хорошо. Ладно, иди внутрь. Первая гонка начнется через пару минут. Выберите гонку. Бронзовый кубок, серебряный кубок, золотой кубок. Ну давай попробуем с маленького начать. Давай бронзовый. Приготовиться. На старт. Внимание. Марш. Новак прибыл к нам. Платухи Зай, что на Велде. Он впервые попал на юга. Как так же прыгнуть высоко? Поехали сюда. Раньше были расставлены ускорители, позволявшие гонщику... А, надо было подпрыгнуть, наверное. Куда я ускорился в стену? Все, уехал не туда. Вот это гонка, ребята. Я третий пока еду из шести. А сейчас я был первый. Почти, я и так первый. Вот сюда, ускорение. Прыжок, как бы туда попасть, в этот круг энергетический? Так, это пошел второй круг из трех. Как ускориться? Никак. Блин, я прыгнул из-за этого. Из-за этого не подскочил на трамплине. Ускоряемся. Я впереди, ребята. Я не смог до туда допрыгнуть до верха. Надо вот в такие моменты, наверное, надо ускоряться. Но пока что я все равно первый. Но кубок бронзовый. Не будем забывать об этом. Сейчас, сейчас. Надо еще насбивать коробок. Тогда... Тогда дают много чего. Дают ускорялку. Дают тогда, по-моему. Турбо дают. Эх, жалко. Столько там наверху коробок. Если была бы ускорялка, сейчас бы можно было бы использовать. Поэтому надо ее приберегать на ответственные такие моменты. Давай коробки разобьем. Еще. Я выиграл. Но это был бронзовый кубок. Ты первый ломбокс, победивший в гонке. Приходи еще. Они тут все время разыгрывают клевые призы. Хорошо, когда твой спонсор Гаджетрон. Приз получен. Привет, привет, акула. Акула какая-то там. Дальше не видно. Завоевать серебряный кубок. Задание. Серебряный кубок. Но, конечно, у нас есть дела и поважнее. Ну как поважнее? Давай завоюем. Обыщите канализацию. Возможно завоевать серебряный кубок. Давай серебряный кубок завоюем. Поехали. А вот трюк, кстати, можно делать. Я что-то не увидел здесь. Ай-яй-яй, куда-куда-куда, аккуратно. А здесь опасно, смотри, здесь эти взрываются.
вперед! У меня есть турбо, но я не буду пока ее использовать. Вот сейчас надо! Поехали! Ну а почему он не до... Почему он не долетел до самого верха там? Или сколько там надо было? Может, парочку турбо надо было использовать? Давай здесь. Или прыгать надо, не знаю. Или трюк. А, вот трюк можно делать. Аккуратно надо объезжать все эти столбы с взрывчаткой. Так, 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 аккуратно. Ускорение. Ну почему? Почему нет-то, а? Я хотел туда запрыгнуть. Как это сделать? Я же один раз вроде как-то было дело, залетал туда наверх. Да-да-да, он все хорошо. Я, видишь, как ускоряюсь хорошо. Аккуратно только надо ехать. Это уже третий круг, кстати. Я сейчас выиграю гонку. Надеюсь, что я ее выиграю еще ускорение. Но не допрыгивает он до туда почему-то. Ребята, напишите в комментариях, кто знает, как туда допрыгнуть. Почему у меня это не получается? Что нужно сделать? Как это разогнаться так очень сильно, чтобы все получилось? Либо я турбо неправильно использую. Ух ты, вот это круто. Может, его держать теперь надо, зажать? Приз заслужил. Завоюйте золотой кубок. Че, поехали, золотой завоюем. Так и тянет попробовать. Конечно, попробуем. Поехали, прыжок! Вот это было опасно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, а вот эта штука-то активируется. Может быть, она остальных подорвет, а? Так-так-так, только надо аккуратно. О, я смог, я запрыгнул туда все-таки. Но это надо было сделать с прыжка. Черт, как так получилось-то? Ну, давайте, сколько много здесь столбов этих опасных. Вообще не очень удачно. Я вообще третий, получается, еду теперь. Ну, надо догонять их быстрей. Аккуратно. Прыжок. Давай без комментариев будем, без таких. Есть, я быстро сейчас полечу. Прыжок. Опасно. Ускакал просто в никуда. Поехали, быстрее, быстрее, быстрее за ними. Пока что я третий еще еду. Все, я понял. Это нужно было ускорение и еще прыжок дополнительно жать, чтобы туда попасть. Есть у меня ускорение, поехали, прыжок. Это третий круг, ребята, третий круг. Я пока что иду вторым, вот за этим чуваком. Все, я первый. Теперь главное не потерять позицию эту, просто идти аккуратно, не сдаваясь, и ехать вперед. Не сдаваясь, не нарываясь ни на что. Ускорение, прыжок есть, я проскочил через все эти коробки. Отлично. Пока вроде бы неплохо идем. Ускорение. Есть, я выиграл, ребята, золотой кубок. Ничего себе, ты просто супер. Пора в профессиональный спорт. Доступна новая карточка. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что мы там назавоевывали. Окей. Гроб 2. Получена карточка гроб. Мы можем теперь пушку такую купить. Переключение между обычными голокарточками и крутыми. Ничего себе.
Так тут есть обычные и необычные? Ладно, понял. У тебя хватает болтов на гайфотрон. Приходи. Куда приходить? Обыщите канализацию, ребята, нам надо попасть в канализацию. А где вход? Ну, очевидно, что вот сюда надо идти. Давай-ка все соберем, что здесь лежит. Нам все это пригодится, болтов надо побольше. Кстати, уже, однако, 23 тысячи болтов можно сейчас купить. Даже уже 24 тысячи. Почти. Ты вернулся? Может, хочешь еще заехать? Не, пока все, хватит кататься. Я и так победил вас уже всех. Там он про какой-то кайфодрон говорил. Что за кайфодрон? Че надо? Или это и был кайфодрон? Открывай дверь-то, а? А почему не открывается-то? Ты вернулся? Может, хочешь еще заезд? Ну-ка, подожди со своими заездами. Ого! Гоночная трасса Blackwater City. Я ее раньше видел только по головизору. Ну-ка, соображай, куда надо. Это вниз. Эй, еще разок. Все, наверное, сюда больше и не пройти. Значит, надо вниз спускаться. Ну-ка, подожди-ка, где у нас канализация-то находится? Канализация вот за этой дверью. Почему она не открывается? Что надо сделать? Может, разбить надо? Ну-ка, давай-ка протонный барабан швырнем сюда. Нет, 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 она так не открывается. А тогда как? Как? Я пока не понимаю. Хочешь поставить мировой рекорд? Давай вниз спустимся, ну, я не знаю, куда идти. Может, внизу что-то откроется. Сейчас поищем. Открывай ворота! Да нет, и здесь тоже некуда идти. Где? Куда? Куда вообще направляться? Как туда болт этот золотой забрать? Что я еще не нажал? Обыщите канализацию. Ну, канализация, вот она, в принципе. Канализация. Давай искать. Где-то, очевидно, где-то есть прям вход, который я не вижу. Просто он открытый, наверное. На открытом месте, может, с кем-то поговорить надо. Ну, тут говорить-то хочешь больше не с кем. Хочешь поставить мировой рекорд, да? Да ну, хорош. Я готова. Хорош со своим рекордом с мировым. Может, где-то терминал какой-нибудь стоит. Что эй, надо? Еще разок. Куда идти, ребята, подскажите. Сесть сюда, может быть? Вернитесь к кораблю. А оно нам надо к кораблю, а? Ну-ка, поехали. Может, правда уже к кораблю, и где-то там канализация есть? Вон канализация. Как туда попасть? Парень, ты же умеешь на скейте гонять. А это как раз то, что мне нужно. Приходи ко мне, обсудим кое-что. Я не стану говорить открытым текстом, где я, но у этого города довольно интересная канализация. Ты меня понял? Я тебя понял про канализацию.
Все, пошли. Это была подсказка. Вот, надо идти в канализацию. Все просто. Вот, вот, ребята, вот сюда. Цепляйся. Очень интересная канализация у него. Прыгай. Фу. Обучите канализацию. Обоняет. Что тут у нас? Ну-ка, сейчас мы воду ему поубавим маленечко. Все, вот и все, рыбы. Рыбы отдыхают. Раз. Два. Я расправился с ними. Причем очень легко и быстро. Все благодаря тому, что вода ушла вниз. А здесь наоборот надо наполнить. Но тут хотя бы рыб не плавает. Рыба не плавает, так что все нормально. Идем сюда, пробиваем канализацию, идем вперед. Опять рыбехи плавают. Да, вот, собственно говоря, мы двигаемся туда, куда, куда и надо, куда нам и надо. Пиранья. Ну, кстати, не очень много болтов сейчас дают. Просто по чуть-чуть. А здесь куда? Здесь закрыто. Здесь закрыто. Здесь тоже закрыто. Отсюда я вышел. А что надо делать? Кто? 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 Кто там крякает? Я испугался. Так, значит, я понял. Я понял. Надо вернуться. Надо вернуться и включить воду. С пираньей-то мы разобрались, теперь можно включать и плыть. Иначе мы там не попадем туда, надо просто проплыть аккуратно. Погружаемся, ныряем. Вот, все хорошо, теперь надо всплыть. Вот и все дела. Здорово, подожди, а че, где у меня... Зуркон, где мой? Давай огнебластер включай. Так, это можно просто же активировать. Проходим. И еще разочек по кругу пройдем, соберем это все. Все, что вывалилось с ящиков, нам нужно. Полетели. Ой, по канализации прям. Фу, вонище. Насосы активированы. Выберитесь из канализации. Быстрей, быстрей, вода прибывает. Быстрей, вода сейчас прибудет и все. Ай-яй-яй, как уже много воды. Так что ты падаешь постоянно, а? Не надо падать туда. Стоп. Отлети. Где мой зуркон? Истина зуркона нельзя уничтожить. Еще, еще включим, давай. Воспламенитель. Так, 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 ребята. Рэтчет, нельзя останавливаться. Я пытаюсь. Рэтчет знал. Надо будет подняться. Ой-ой, вода поднимается. Так, надо тогда быстро действовать. Побежали. Полагаю, теперь пора бежать. Бежать, бежать, прям вообще быстро бежать. Зуркон. Так, ладно, надо запомнить. Отсюда мы идем. Отсюда мы идем. Нам надо просто найти, куда потом проплыть.
Куда плыть? Ныряем. Не, не туда, я отсюда пришел. А куда плыть-то? А, вот сюда надо плыть. Где там Зуркон? Ладно, без Зуркона. Ныряем, главное нырнуть туда быстренько. И быстренько вынырнуть. Вот сейчас Зуркон. Сейчас, давай, барабан протонный. Все, протонный барабан их сейчас прибьет. Тихо, 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 проходим, все. Все получится, вот туда нам надо куда-то бежать и опять нырять, походу. Ну, ныряй, да куда, ныряй еще сильней, сильнее ныряй, глубже. И вот здесь, здесь кислород, быстрей. Ура, мы плывем наверх. Сейчас куда? А все, вода не прибывает. Хорошо, можно чуть-чуть расслабиться. Полетели. Ну-ка, смотреть. Ну вот, да, мы в принципе... Мы сейчас с той стороны выйдем. Куда я попасть не мог. Выберитесь из канализации. Все, я выбрался. Будь начеку, Кланг. Эй, парень. У тебя голокарточек гроба не завалялась? Что еще за гроб? Всего-то мощнейшее супероружие в галактике. Поэтому и называется гроб. Короче, ребята из Гаджетрона знали, что схему такого оружия опасно держать в одном месте. Поэтому они специально разделили ее на голокарточки. Мы с сообщниками хотели бы собрать всю схему целиком. Понимаешь, куда я клоню? Дай угадаю. Если мы принесем тебе все карточки, ты сделаешь нам оружие. Так точно, мой сообразительный друг. Держи. Это лазутчик. Он поспособствует приобретению означенных экземпляров. Собери все гроб голокарточки. И где их мне насобирать, а? Где этот лазутчик-то? А, вот здесь можно их насобирать. Куда я не мог попасть? Пошли. Что делать? Вот и все. Эй, ты добыл одну? Я уже одну добывал. Ну-ка еще раз посмотрим. Гроб. Мы добывали такую уже? А, гроб 2 мы добывали. Гроб 1, гроб 2. Гроб 3. Понятно? О, я вижу, у тебя наконец-то хватает болтов на кайфотрон. Приходи, сторгуемся. Ну вот мы отсюда и вышли. Так, ладно. А, получается, надо по всем планетам летать, искать возможность где-то открыть вот эти комнаты с помощью лазера. Как попасть в ту комнату, где был болт там? Извини, дружок, я не смогу сделать тебе оружие, пока ты не добудешь все голокарточки. Хорошо. Да соберем все голокарточки. Вот там комната, вот здесь комната, я туда не попал. Давай туда еще раз сходим, посмотрим, может там как-то можно по-другому открыть. Ты вернулся! Может, хочешь еще заезд? Да не хочу я заезд. Опачки! А где лифт? Я внизу или наверху? Так, я внизу, нормально, все, идем.
Как мне теперь по быстролям вернуться к кораблю? Мистер Зуркон несет вам смерть. Погоди. Держите, ребята. Новая карточка. Получай. Он не приходит с миром. Привет, вонючие приженцы. Ты болезнь, мистер Зуркон, ты красный. Нет, так я ее и не открою, похоже, эту дверь. Но почему? Как туда попасть? Как тут туда сверху как-то, может быть, запрыгнуть можно, а? А как вон там пробежать? Как наверху оказаться? Да на, держи. Не трогай меня уже. Мистера Зуркона нельзя уничтожить. Мне как-то наверх надо туда запрыгнуть. Может быть, я здесь зацепиться смогу? Беги, спасайся, мистер. Так, ладно. Ладно, это ладно. В общем, так я и не открыл. Надо идти к кораблю и лететь на другую планету. Мистер Зуркон всего лишь хочет убить вас. Да я вернулся, но я к кораблю иду. Все, я накатался уже. Поехали к кораблю. Мистеру Зуркону скучно. И можем, кстати, пушку купить. Ребята, пошли зайдем. Мистер Зуркон так и просит. Кайфотрон и либо пикселизатор. Либо и то, и другое. Ха. Берем все. Стоп, не сюда. Купить, подтвердить. И кайфотрон возьмем. А улучшать мы будем? Что мы будем улучшать? Да надо все как-то улучшать. Не знаю, никаким еще не пробовал. Давай, наверное, сейчас улучшим то, что я уже улучшал все-таки. Протонный барабан уже добьем. Тут осталось-то ему чуть-чуть. Так, время действия, пускай вот он больше радиус. Ого, доступно загадочное улучшение. Конструктивный резонатор. Эта модификация оболочки синхронизируется все находящееся рядом ядра, позволяет одновременно выпустить дополнительное ядро. Пускай. Давай их улучшим. Или оно уже. А, оно уже, прикинь, активировалось само. То есть, если по кругу вот так пройти, это все улучшить, то. О, еще и карточек, смотри, будет улучшений больше. Чуть-чуть, одну не хватит. И тогда еще будет секретная штука открыта. Вообще, протонный барабан у нас будет самый крутой. Скоро. Так, ну надо лететь на следующую планету. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!